друзья, всем привет. Ну вот, собственно, день сегодня такой получился. Он, точнее, с ночи я сидел, просто на таких мы отметках были вчера. И видите, что вчера шорт не состоялся. Я думал, что на Азии будет какой-то там перехай, и мы свалимся. Вот. И боялся пропустить, поэтому я так, можно сказать, ночевал в кресле. И после клиринга здесь вот зашел. Стоп-10 тик у меня был. Можно было еще заходить чуть-чуть попозже. Вот, чуть-чуть попозже. Ну, то есть подождать, конечно. Потому что я вот здесь заходил. Вот уровень здесь у нас, вот он, да. Вот так. И я просто сразу, мы под него поднырнули. Начали выскакивать вот здесь, вот, да, и я зашел. А так-то, конечно, могли, например, еще вот здесь отложнить сначала, да, потом. Ну и, как видим, или, по крайней мере, дождаться вот этих вот моментов. То есть тут даже, если не успел тут зайти, еще раз вот здесь было. Да, то есть вот еще раз был здесь вход на лонге. Но отработало, как отработало. Очень долго и нудно, конечно, торговать на Азии. Это что-то ужаснейшее, просто ужаснейшее. Ну а дальше, что там, лонг до понятных отметок, там вышел, тут же, собственно, недолго ждал сигнал на шорты, я зашел. Конечно, надеялся на то, что проход будет ниже, но опять же помнил о том, что это Европа, и, скорее всего, на Европе мы не пойдем особенно, только намерение покажем, а америкосы уже нас отхаят, и тогда свалимся. Поэтому очень внимательно смотрел, вот как 58.02 у меня уровень, да, как вот там будет ситуация развиваться. Ну и как только она мне показалась сомнительной, я там вышел. А там тоже момент такой был интересный, то есть мы объемы, собственно, как-то набросали вот здесь, их спозиционировали как шортовые, вышли из них вниз. Вот, потом, типа, вот, пробили их наверх, еще раз набросали объемы, еще раз спустились, да, и тем самым уже, как бы, шорты на шорты помножили. Потом выбрасываем встречные, и начинаем вот сюда вот заходить, раз в третий, наверное, уже, да, я вышел. Потому что, думаю, сейчас мы их пробьем, и понесемся, мы потихоньку пойдем на американский перехай, да, на перехай американской сессии. Вот, и, собственно, была еще надежда, что вот здесь, возможно, мы сделаем именно вот такую штуку. Видите, вот мы здесь стояли, такой флетик набивали минутный, и вполне могло быть вот какое-то такое движение с каким-то продолжением, с подхватыванием, точнее, этого движения на Америке. Такое тоже бывает. Вот, но когда начали сюда вылетать, мне показалось это слишком бодрым, понимаете, то есть вот этот проход цены наверх, он каким-то слишком таким размашистым, бодрым мне показался, а здесь объемы дотолкающие были, вот, собственно, да, поэтому вполне их могли отложнить и так далее, но вот посчитал, что лучше я выйду, наверное, скорее всего, вероятнее всего, 90% и более, что, если не 98%, что перехаят на Америке. Вот. Ну а дальше был, да, перехай локальный такой на Америке, но мне он не понравился. Я его расценил как такой фригидный лыжничок и, собственно, проигнорировал. Хотя сигнал там был в моменте, я его видел, и время было для входа. То есть у нас вот здесь вот на объеме это случилось, да. Вот. И провалились вниз. И вот как бы вот тут все протащили это дело. Ну и, соответственно, здесь вот на тесте можно было зайти. Я его проигнорировал, посчитал, что здесь даже если мы отойдем, то не сильно. Потом начнем сжаться, пробьем. Как минимум вот пересечем этот уровень. И где-то там уже вот что-то здесь начнем рисовать. И потом уйдем, да. Вот. Потому что, конечно, для дневного разворота какой-то вот такой лыжничок, но он мне показался несерьезным в моменте. Поэтому я проигнорировал. А по сути, смотрите, наливали там очень хорошо. Там те же 50 тик наливали спокойно здесь, да? Вот, но тем не менее. На этом, друзья мои, у меня все. Всем желаю удачи и процветания. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем добра и пока!